Hi, my name is Anastasia, and I'm here to help you with your English. I'm actually from Russia, but I graduated from college in Miami, USA, and I know how hard it is to learn a new language, so I'm here to help. I will show you how to combine all the theory, all the grammar, and hard stuff with the interesting part. With speaking, listening, watching movies, and exploring new culture, new language. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я здесь, чтобы помочь вам с вашим английским. Я из Подмосковья, несколько лет назад закончила колледж в США, в Майами, и свободно говорю по-английски, пишу, смотрю фильмы, общаюсь, и решила, что пора делиться опытом, знаниями и помогать остальным. Итак, у меня есть шикарные книги, как из русской печати, так и зарубежные, в том числе из моего колледжа. Много информации, данных. И я бы хотела помочь вам с изучением. Я считаю, что каждый ученик абсолютно индивидуален, и к нему нужен личный подход. В каком плане? Кому-то это нужно для учебы, кому-то для работы, кому-то просто для путешествий или для самого себя. Все эти причины нуждаются в абсолютно разном подходе к обучению. И для этого здесь есть я. Я вам помогу разобраться, найти лучший подход именно для вас. И мы будем учить не только грамматику, да, грамматика это, конечно, очень нужная составляющая часть, но очень часто, особенно в наших русских школах, нас учат грамматике, учат читать, но мы совсем не имеем практику разговора, практику общения, практику слышать людей, когда они к нам обращаются на английском языке. И это плохо, этого не хватает, и это очень сложно получить самостоятельно. Именно поэтому здесь есть я. Я готова вам помочь. Мы вместе будем общаться на интересные темы, разбирать хорошие рассказы, нюансы, все зависит от того, для чего вам именно английский, да, если это по путешествиям, то мы будем обсуждать и разбираться с темами путешествий, если для поступления в колледж, в университет, то мы будем читать именно более углубленные, тяжелые рассказы, чтобы ваш словарный запас, ваши знания, да, и ваш слух воспринимали более сложную речь уже. Когда же нам английский нужен просто для постоянного, да, общения в обычной среде, да, вокруг нас, там, сходить в магазин, куда-то купить, в кино, нам какая-то, например, знание юридического английского, биологии, химии и так далее не нужно. Если же мы говорим про поступление в колледж, то это уже нужно. Даже если вы идете на бизнес. Вот я училась на бизнес-профиле, и все равно у нас была биология, химия обязательными предметами первые 3 семестра. Поэтому да. Это все необходимо, но я хочу сказать, что это не так сложно, как кажется. Нужно просто найти правильный подход, найти, как вам легче всего воспринимать информацию, понимать ее и запоминать. Именно поэтому я здесь, я хочу вам помочь, и я считаю, что у нас с вами получится достичь необходимых вам целей в быстрый, короткий срок, весело, интересно и приятно. Так что приходите на пробный урок и давайте начнем учить английский вместе.